Строг Шойгу, впрочем, не только с подчиненными. В историю кабинета министров навсегда войдет вот эта сцена, как после весьма невнятного выступления министра культуры Шойгу прямо сказал: «Я не понял вообще ничего». Извините, Христа ради, не могу не процитировать. С другой стороны, постмодернистский мир создает новые разновидности космополитического творчества профессионализма, в меньшей степени скованного национальными рамками и более ориентированного на мировые достижения. Кто ничего не понял? Я ничего не понял. Два раза прочитать. Еще раз прочитать? Я могу еще раз прочитать. Могу еще выдать отсюда. Это не я приготовил эти документы, я их не ковырял, нигде.